Это моя красивая пациентка Алиса, она землячка моя, амурчанка. Вот, Алиса, сама скажи, пожалуйста, как ты? Да, меня зовут Олеся, я очень благодарна Ольге Петровне за то, что она мне очень сильно помогла. Я вообще из Амурской области, из Благовещенска, а точнее, с города Свободный. И я преодолела огромный путь, чтобы приехать в город Уральск, поскольку в Москве не было возможности попасть, поскольку запись на лето и дальше, еще дальше. Вот, и я провела огромный путь. 14 часов пришлось ждать в Москве, в аэропорту, но я безмерно благодарна Ольге Петровне за то, что она позволила мне участвовать в этом тренинге и избавиться от своих проблем со здоровьем. Желаю крепкого здоровья всему коллективу лечебного центра и Ольге Петровне. Огромное спасибо. Алисенька, вот сейчас ты говоришь, сколько кофе ты не пила уже? Да, я уже около года не пью кофе с молоком, поскольку я все боюсь, у меня страхи, что у меня поднимется давление. Но вот видите, сейчас пью кофе с молоком. Я желаю тебе здоровья, Амурской земле. Огромнейший привет. Обязательно передам. И вот сейчас выходит «Амурская правда», как раз празднику мои поздравления. И самое главное, оставайся такой красивой, счастливой. Ну и самое главное, чтобы в дальнейшем ты порадовала меня, что ты родила. Спасибо большое, обязательно. Вы будете первым человеком, которому я об этом сообщу. Спасибо.